мы сегодня ночью улетаем и решили перед вылетом ребрышек покушать, представляете? В азбуку вкуса. Заехал. Будем жарить ребрышки. В общем, я недооценил я ребрышки, которые купил. Они того стоят. Представляете? Сейчас буду мариновать их. И курочка. Ну что, вот мой маринад готов. Ребрышек. Пойду пожарю. И будем выезжать в аэропорт. Аппетитно, правда? Друзья, вот так вот выглядят ребрышки, которые жарятся на мангале. По-моему, они прекрасны. Друзья, мы уже в Турцию прилетели, в аэропорту. Получаем багаж. Друзья, ну вот мы наконец-то уже все. Движемся в отель. Фруктики. Это на штат. Друзья, мы не успели зайти, нас уже вот с фрешами встретили. Сразу сходу вручили нам фреши. Да, иду. Вот наша вилла. Water Villa. Это наши фреши. Это у нас второй этаж виллы. Смотрите, здесь эвкалиптовые деревья повсюду. Еще какие-то ли бассейн. Друзья, ну что, мы загорать уже готовы. Платки нацепили. Даже зафоткались, я бы сказал. Смотрите, какая шикарная погода, прекрасная на улице. А. Мы, в общем, ищем обед, друзья. Гуляем. Смотрите, прекрасная погода. Медвежонок. Сейчас, любимый, ты должен сказать, что тебе напоминает этот механ. Они что, там такие эти провозят. Нас куда-то везут. Здесь огромное, просто, да не то чтобы, я хотел сказать огромный столовый, но это не столовый, это ресторан. Просто приятно отсюда. Куча всего подобного. Пообедать, можно сказать так.
Погода прекрасная. Встретились два Кельвина, да? Два Кельвина. Антон говорит, что у меня мужские сланцы. Очень Антон, странный Антон, парень. Потому что знает. Не знаю. Киса, смотри, киса. Решил босиком прогуляться. Почувствовать. Деле нет, только вот вышли к морю. Вот, собственно, мы уже в номере. Это наш балкон, можно сказать так. Это наш двор, это наш нижний этаж.